В Твери 7 сентября временно ограничат движение на ряде улиц в центральном районе. Причина – проведение торжественной церемонии посвящения в Суворовце. В частности, временное ограничение затронет улицу Софьи Перовской у обелиска Победы, Краснофлотскую набережную и набережную реки Тьмаки по улице Бебеля. Парковка на этих участках будет прекращена с 8:00 до 14:30, а движение с 10 утра до 14:30. На период проведения торжественной церемонии рекомендовано изменить схему движения транспорта. Объезд будет производиться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.